Друзья, всем добрый день! Меня зовут Аурика и я рада приветствовать вас на своем канале ⁇ О вязании модное хобби ⁇ Сегодня у нас уже суббота и мне хочется подвести итоги этой недели и хочу сказать, что это видео будет в формате эпизода. Я просто расскажу о своих <laughs> вязальных, так сказать, новостях. Не особо они у меня получились вязальные да, новости вообще неделя, но хочу с вами поделиться. У меня есть две готовые работы, но покажу вам я только одну. Вот, ну и расскажу, чем я занималась всю эту неделю. Так уж получилось, что вы видите здесь несколько образцов. В общем, у меня какие-то были такие творческие Метание, не знаю, что то мне все не нравилось и не лежало вообще никак, ни к сердцу, ни к душе, вообще меня не трогало. Я вроде бы начинала вязать и э, откладывала, искала варианты, в общем, и так далее. Перед собой вы видите начатую работу. Я начала топ-мальта, но, как видите, он такой вот на стадии э, нескольких там рядов, может рядов здесь 10. И я его а, отложила. Не знаю, мне очень мне понравилось а, вязать снизу это изделие вверх. А, тонкая пряжа. И мне хотелось, а, вообще хочется эту пряжу, да, Alize Cotton Gold вязать все-таки сверху, не снизу. Мне как-то комфортнее. Знаете, иногда изделие хочется вязать регланом, иногда хочется вязать снизу вверх, когда спущенное плечо и так далее. Я, честно, хочу из, именно из этой пряжи вязать регланом, поэтому я отложила. Далее у меня начались метания. Один образец я уже вам показывала, да, из пряжи Organic Baby Cotton. Вот он, который я вязала на четверочке. И я все-таки вернулась к топу Ксении Маликовой. Так, он у меня, по-моему, здесь есть, сейчас я покажу. Это вот такой топ, космотоп, называется. Все-таки он меня захватил, заворожил и я, в общем, решила подбирать под него нить и плотность. Я связала э, второй образец на спицах 4,5 и попала э, в плотность, да, которая задана. То есть, вот два образца: 4 и 4,5. Здесь более плотная. Здесь видно, что э, ну, не такое, в общем, да, плотное. Хотя нельзя сказать, что совсем какой-то плохой образец. Также у меня был вот такой вариант. Тут, правда, где-то я спустила петлю, но ничего страшного. И по поводу этого образца, давайте уберу это начало, давайте хочу немножко рассказать. Это пряжа Drops от Drops Muscat, хотел все вместе сказать. Мерсеризированный хлопок. Здесь в 50 граммах 100 метров. Вот, и цвет это номер 13. Я очень давно его покупала, не знаю, наверное, года три назад. Очень красивый а, темно-синий цвет, и мне кажется, что и топ такой будет носибельный, да, цвет универсальный, подойдет ко всему, и смотрите, что я вам хочу показать, помните, я говорила, что раньше моя плотность была далека от совершенства, я когда нашла упаковку этой пряжи, у меня 10 мотков, я же нашла и образец, хотите, я вам покажу, какая была раньше моя плотность. И причем, по-моему, я то ли на 3,5, <толи> то ли на 4 вязала. То есть посмотрите, что это такое. <толи> Какое-то решето. Я, в общем, когда достала, была в шоке. Я здесь что-то пробовала вязать. Ну хорошо, что я ничего не связала как говорится, ниточку не, не испортила. И хочу показать вам поближе образец, который я связала из спи... на спицах, вернее, <толи> из спиц, <толи> из под спиц, да. На спицах номер 4 и 4,5 сравнить вот видите что значит работа над собой и конечно я тоже попала в плотность для космотопа но мне очень хотелось все-таки взять эту пряжу этот цвет и связать из него все-таки этот красивый топ он вяжется регланом сверху и я даже начала у меня в такая проектная сумочка которую мне подарили в вязание на выживание Олечка из Германии так у нее называется канал магнолия о вязании из Германии по-моему так и я в общем начала я брала с собой, мы ездили отдыхать на залив, и я брала с собой это вязание. Очень здорово было использовать эту проектную сумочку. В нее так столько вместилось, не только вязание, но и всего остального туда напихала. Вот, и такое у меня начало. То есть вот он реглан, который потом перейдет в V-образную горловинку. Вяжу на спицах 4,5 железных. Так, вот. Так что такое начало но как видите небольшое за неделю со всеми этими метаниями не знаю успели я связать его до поездки но мне очень нравится как получается очень нравится полотно и очень нравится цвет хочу его конечно связать поэтому буду потихонечку продвигать может даже следующую неделю я постараюсь его очень даже хорошенько, скажем так продвинуть буду вязать вот уже не буду отвлекаться потому что ну хотя мне и придется немножко отвлекаться но в общем метания мои устаканились успокоились да и я уже выбрала то что я буду вязать и вяжу давайте теперь еще перейдем к готовой работе кстати из покупок сейчас забыла взять я покупала меринос но там Ничего такого, просто 500 грамм белого мериноса. Вот, на зимние свитера была акция и мне очень захотелось купить. Кстати, я еще купила себе спицы, которые говорила 2,5. А, нет, не 2,5, а деревянные 2,25, носочные, должны скоро прийти. Еще пару моточков прихватила. Заказывала в магазине 5 мотков, но вам уже потом расскажу. Давайте перейдем к готовой работе, немножко о ней расскажу и покажу. И готовая работа моя выглядит вот так. Я связала сумочку. Не поверите, мне потребовалось 2 дня. Вязала я ее по мастер-классу. Это платный мастер-класс, называется сумочка смайл. Так, я сейчас посмотрю, могу ли я вам показать, но я вам все равно в любом случае ставлю фотографию. Ну, здесь есть. А, буквально какие-то описания, а, ну конструкция как вяжется, автор а, Калюжная Дарья, вот ее ник, и вот такая сумочка должна получиться была. А, в мастер-классе она вязала Даша ее из а, шнура, я вязала из трикотажной пряжи, и мне, конечно, пришлось немножко подстраиваться, потому что ну, трикотажная пряжа она толще, чем шнур, и мне пришлось варьировать, да. Смотреть, какая ширина и высота сумочки меня устроит. Там, конечно, еще пришлось бы вязать два, два ряда, то есть она еще была бы больше. И, конечно, я уменьшила клапан. Что хочу сказать, я мега довольна этим результатом. Я подобрала специально вот такой ремешок под цвет сумочки мне показалось будет очень здорово то есть здесь даже вот эти кожаные вставки идут зеленые и здесь вот такой яркий ремешок мне очень жаль что вам передается цвет приглушенным я найду фотографию моточку вам ставлю потому что он более такой сочный вот, вот так выглядит Сумочка внутри, и здесь, кстати, кремешку в набор шел вот такой вот кошелечек, который можно использовать, допустим, для карточек, для проездного или для мелочи. Я очень довольна этим мастер-классом. И мастер-класс не только есть описание, но и видео. Я вязала по видео. Не поверите, каждый ряд за рядом я смотрела, как Даша провязывает. То есть покажу вам тыльную сторону сумочки. Тут еще мне надо немножко отпарить. Еще не отпаривала, чтобы петельки хорошо встали. Вот так она выглядит. Здесь есть укороченные ряды, которые формируют вот такое красивое дно сумочки. Она абсолютно не плоская, она очень хорошо держит форму. Я, то есть, вот ее не могу согнуть, ну, конечно, мои руки страдали два дня, два вечера. Но что делать? Я очень довольна результатом. И я говорила ранее, что у меня две готовые работы. У меня связана еще одна сумочка, которую я вязала. По бесплатному описанию э, на ютубе но я скажу вам что я ее буду распускать отпаривать по пряжу потому что вообще я не довольна результатом мне вообще не нравится и, конечно после этой сумки я смотрю на ту и мне вообще э, не нравится мой результат хотя она уже готова и для нее тоже там уже сделана все, вся фурнитура и ремень подобран в цвет но я распущу и свяжу другую сумку или вот даже вот такую мне очень понравилось вязать знаете уже когда связал одну то мне кажется вторая должна быстрее побежать да скажем так уже знаешь принцип знаешь как вязать тут очень красивый получается посмотрите клапан все это даша показывает в своем мастер-классе вот я абсолютно не пожалела что я его приобрела вот, и, если честно, я теперь <laughs> понимаю, что э, я бы еще какие-то платные именно мастер-классы приобрела, потому что из того, что есть на Ютубе, много очень сумочек-зефирок. И я вам скажу, я одну связала. И мне ну, даже черную я вязала, показывала вам ранее сумочку-зефирку. Мне вообще не нравится результат. Она мягкая, форму не очень держит. И более такая дырчатая. Здесь очень плотное вязание, то есть я вот вам могу показать внутри, она абсолютно не просвечивается, у вас можно не переживать, что что-то выпадет, да, то есть вот даже клапан, да, то есть он очень плотненький, ну где-то там может маленькие какие-то, но а так это плотное вязание, смотрится хорошо, вот, и эту сумочку я подарю подруге моей дочери, В знак благодарности, они ее взяли на отдых и э, мне захотелось сделать вот такой презент э, почему зеленая потому что подруга дочки любит зеленый цвет но ну, мне показалось будет очень таким э, милым подарком я надеюсь что ей понравится не знаю если это будет так я вам тогда поделюсь расскажу в следующем видео э, как прошел э, как прошло вручение подарка и у меня ушло два мотка э, остался все, что осталось от второго мотка, и у меня еще есть по кусочкам такие моточки, я думаю, что я каким-нибудь джекардом потом свяжу, попробую, мне очень хочется какую-нибудь корзинку, пущу эти остатки в дело, вот, так что такие новости, а, единственное, я не сказала, какая пряжа, я принесла этикетку, Вязала вот из пряжи бейка, бейка стиль. Здесь, по-моему, даже не написано, а нет, цвет зеленый, вот, и артикул. Если вам интересно, я все равно, я думаю, я уже вам ставила фотографию, он выглядит ярче. Здесь более приглушение выглядит. Здесь 100... вес 300 грамм, 110 метров. Ну вот у меня, я не взвешивала, если честно, сколько осталось. Вот, в общем, я в восторге от мастер-класса, в восторге от результата и хочу вам сказать, что это такой труд, это титанический, скажем так, труд, потому что... Ну вот вроде бы, да, некоторые говорят, ой, что там, Свеж... ты же вяжешь, свяжи мне. Но вот я вязала эту сумку и маме говорю, понимаешь, говорю, даже вот сидеть, вязать, это тяжело. Крючок номер 6. Пряжа, как понимаете, здесь рекомендуют, по-моему, больше, 7-12. Да, и, наверное, может быть это было даже бы правильно. Но с другой стороны, сумочка должна быть плотненькая, в моем понимании. Вот и мне вообще очень нравится, как получилось. И э, тяжело вязать шестеркой, э, вытягивать с петли, попадать, да, то есть э, тяжеловато, но я справилась. Вот так что такая вот она получилась, как видите, очень красивая. Конечно, теперь не покидает мысль связать ее из шнура, купить какой-нибудь красивый шнур и связать ее из шнура. Вот, конечно, играют роль большую аксессуары, которые подобраны, да, которые делают сумку такую вот индивидуальную, яркую, красивую. И очень здорово, что можно такие ремешки покупать и менять под настроение. То есть не только вот такой, допустим, яркий, а можно купить в цвет. Или можно купить, как тут вот у Даши, они на цепочке, можно связать, то есть присоединить и цепочку. Вот, ну, Какого-то определенного успеха, мне кажется, в этой области я добилась. Ну, такие вот мои новости. Мне, к сожалению, больше нечего вам показать и рассказать. Я почему снимаю в субботу? Потому что понимаю, что завтра у меня что-то такое вот глобальное не изменится. И тем более сегодня я должна подарить эту сумочку, поэтому мне очень хотелось вам ее показать, с вами поделиться да, результатом. Да, чтобы, скажем так, не прошло мимо, да, то есть показать, в общем, вам эту красоту. Я благодарю вас за просмотр этого небольшого видео. Спасибо, что оставались со мной. За ваш интерес к моему творчеству. Пишите в комментариях, как вам такие сумочки. И вообще, нравится ли вам идея вязаных сумок. Как вы к ним относитесь. Если вы впервые на моем канале, добро пожаловать. Я вам очень рада. Пожалуйста, если вам интересно мое творчество, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а я с вами не прощаюсь. Говорю до новых видео.